Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня ко мне приехала вот такая посылка, очень крупная. Внутри находится продукция Xiaomi. Давайте ее вскрывать, смотреть, что внутри. Так, вот здесь по центру, если вскрыть, то ничего не задену. Так, внутри находится у нас рюкзак. Так, и помимо рюкзака должен быть еще один предмет. Но его я не вижу. Так, что, где второй предмет? Так, может быть, его положили внутрь. Ну, давайте смотреть рюкзачок и искать то, что обещано и то, что оплачено. Так, ну, традиционный такой белесый пакет. Его откладываем в сторону. Очень симпатичный рюкзак. Он более известен в синем цвете. Но для девушки нужен был именно розовый, естественно. Синий скучный не хотелось бы. Нет, все в порядке, китаец не обманул. Внутри находится, помимо силикогеля, вот такая вот ручка Xiaomi. И набор грифелей для этой ручки. Очень классная вещь. Видите, запечатанная такая коробочка и с грифелями, и с самой ручкой. Какая-то информация о, видимо, о грифеле. То есть, что-то там 0,5 миллиметра, наверное. Так, ну давайте прежде всего посмотрим на рюкзачок. Да, модель эта продается в синем цвете широко на Алиэкспрессе, а вот именно в таком вот розовом цвете есть не у всех продавцов, поэтому ссылку я приведу внизу в описании. У этого продавца есть выбор по цветам, в том числе вот такой вот миловидный розовый цвет, оттенок классный. Так, здесь большое отделение, куда можно положить, ну, наверное, не всякий ноутбук, да, но 14 дюймов сюда уместится 100%. Донышко достаточно широкое, то есть он вместительный. В литрах его вместимость 17 литров. Это не маленький рюкзачок. Еще одно отделение на молнии. Вот такой карман есть. И снаружи кармашек также на молнии, внешний, достаточно широкий, вы видите, по ширине шва можно сюда накладывать различных вещичек. Вот такое донышко из основного материала, в общем-то, состоит и дно, никаких здесь нашивок дополнительных нет. Лямочки отличные, вот такие. Толстенькие, удобные, не будут нагружать плечи слишком сильно. Фурнитура вся толстый пластик, все надежно. Вот такие вот молнии. Основная молния прикрыта, вы видите, здесь от дождя. Защита имеется. Шов будет прикрыт. Итого выходит вот основное отделение. Большое отделение для ноутбука. Вот здесь. Ближе к спине. Внутренний карман один на молнии. И внешний. Вот такой вот рюкзачок. Очень-очень красивый. Так, давайте смотреть на ручки. Точнее, одна ручка и остальные грифели, набор. В комплекте тут идет, наверное, только один, да, грифель, скорее всего. Так, это она в пакете. Такая вот, очень красивая. Беленькая. Видите, при повороте
выезжает. Имеется такой вот тут предохранитель красный. И вот жало оголено, и можно что-нибудь уже написать. Пишет отлично. На весу, ну, получилось неаккуратно, но тем не менее. Да, пишет хорошо. Черные чернила. Мягко убирается. Стержень. В общем, металлическая вот эта штучка. Для кармашка. Зажим. Производит впечатление такой надежной, крепкой, добротной ручки. Ну, с грифелем тут все понятно. Их вскрывать я не вижу смысла. Вот. А вот такая ручка понравится всем. Сейчас они подешевели на Алиэкспрессе. Поэтому я, в общем-то, и заказал. Раньше они почему-то стоили там больше $5, но это, я считаю, за шариковую ручку это многовато. А сейчас можно себе заказать и использовать дома. Кто-то будет использовать для особых случаев, там, на кредитной карте роспись поставить и так далее. Что касается рюкзака, как всегда, крепкий. У меня уже на распаковке были рюкзаки. Я пользуюсь ежедневно одним из рюкзаков. Практически ежедневно его ношу. Есть еще рюкзак поменьше, Urban. Им я пользуюсь нечасто. Поэтому, в общем-то, порекомендовал вот такой рюкзак именно от полюбившейся мне компании использовать. Все ссылки приведу внизу в описании. Переходите по ссылкам. Благодарю вас за просмотр этого видео. Если любите смотреть распаковки товаров из Китая, то вот здесь слева подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк внизу под видео. Всем спасибо, всем пока!